Благословенная Екатерина Матвеевна. В скобках мы скажем потом дальше, о ком речь. Пишет вам верный друг мужа вашего Федора Ивановича Сухова Петруха. Вот уже 4 года живем мы с командиром нашим Суховым на базе ульяновских моржей. Им же его и построено. Сколько было затрачено сил и здоровья на эту стройку, словами и не передать. Уж больно суров бывает иногда Федор Иванович. Всем раздает команды, заставляет работать. А завсегда берет молоток и пилу и работает, не покладая сил. Очень уж расстраивается Федор Иванович, когда стройка замирает. То Павел здесь, Коли нет, то Коля здесь, Павла нет. А еще незабвенная Екатерина Матвеевна, хочу доложить вам, что у командира нашего Сухова на базе есть женский коллектив, так называемый гарем. Да все такие девушки, красивые умницы, зажигательницы и затейницы. Ух. Кажется, не выходят. Напишу позже. Кадр. Кадр второй, дубль один. Юльчатай, иди. Покажи личико, Гульчатай. Все, убегай за всеми, убегай. Все, садись, Петруха, садись. Петрух, садись. Пошли. Я не пью. Не переставай. Бегом туда. Ай, красавец. Ай-яй-яй. Красавец. Итак, поздравления, Юльчатай, Зухра, Фатима, Зульфия, Багира, Азия, Альфия. Поздравления. Шаг вперед, поздравляем. По одной, по очереди, быстро. Давайте. Дальше. Дорогой мой любимый муж, я желаю тебе любви до 100 лет. Фитфит, здравствуй, мой господин. А сейчас поздравления в танце! Thank you.
тебя сегодня с днем рождения. Давай выпьем за Руси и день без промедления. На закуску нам тащи пол-литра варенья. Заплыву в честь юбилея. Но тот, кто не готов, 2 минуты фото с Федором Ивановичем, с Петрухой. Владимир Иванович. О, это мы в конце скажем, какие главные роли. Давай, Юра, идем. У меня глаз нет, посильнейший. Можете фотографироваться, пожалуйста. Девочки,